Светлые просторные кабинеты, комфортные места ожидания, информационные стенды с образцами заполнения заявлений. Все это появилось в отделах по вопросам миграции после капитального ремонта. Качество проведенных работ оценили начальник управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Самарской области Денис Сафаров, председатель общественного совета при управлении МВД России по городу Самаре Александр Капункин и начальник управления МВД России по городу Самаре Дмитрий Урюпин. Сегодня в торжественной обстановке мы открыли два помещения для двух отделов по работе с миграцией, в котором будут оказываться государственные услуги, современное помещение, оборудованное современной техникой. Поэтому я думаю, что гостям будет здесь удобно, комфортно. По словам проверяющих, переменам рады не только посетители, но и сотрудники. Ведь работать в комфортных условиях приятно и легко. Мы в тестовом режиме успели поработать. Вижу только положительные эмоции со стороны сотрудников, улыбаются, довольны. В первую очередь наша задача, чтобы было доступно, комфортно. Оказание госуслуг сейчас в приоритете, как вы знаете, поэтому я уверен, что мы не подведем. Подразделения по вопросам миграции оказывают несколько видов госуслуг. Самые популярные – оформление и выдача паспорта гражданина Российской Федерации и постановка на регистрационный учет. Ведомство находится по адресу улица Никитинская, 73А. Получить необходимую помощь можно с понедельника по пятницу с 9 утра до 17 часов вечера. Виктория Шары, Ксения Баканова, Константин Головин. События.